Это видеообзор градусника DX186. Вот так вот выглядит коробка. Так выглядит сам градусник. Для того, чтобы его включить, необходимо поставить две батареечки, 3А. Для включения нажимаем эту кнопку. Загорается вот так вот экран, экран с подсветкой. Для того, чтобы измерить температуру, необходимо поднести термометр к лбу на расстоянии 5-10 сантиметров. Делаем замер. 36,4. Для того, чтобы этот градусник откалибровать, это рекомендуется делать при первом использовании, необходимо измерить температуру обычным ртутным градусником максимально точно и сразу же потом этим градусником. На вот эту вот разницу необходимо сделать калибровку. Допустим, ртутный градусник у вас показал температуру 36,6, а этот градусник показал температуру 36,4. Необходимо на 0,2 сделать корректировку. Для того, чтобы сделать корректировку, калибровку так называемую, необходимо удерживать кнопку Mode, переключая и ею же переключает режимы. Нас интересует режим F3, это режим калибровки. Для того, чтобы сделать калибровку на 0,2 значения, мы пользуемся вот этими вот кнопками. Делаем калибровку на 0,2, нажали снова кнопку Crop и Mode. Все, он запомнил эту калибровку, и теперь он откалибруется на 0,2 значения.